Добрый день. Сегодня будет у нас очередное, как сказать, ладно, не знаю даже, как сказать. Будем делать, пытаться из хлама что-то полезное. Есть вот, допустим, один диск. Ну, видно, что он. Ну, вот он, трещина идет. Ну, работать таким это опасно. Скорее всего, сломается, улетит. Дай бог, если не вас. Вот, есть еще вот он, один диск тоже. Вот, как видите, треснутый. Где-то там еще есть один, но там другая, хочу технологию использовать. Вот, есть мысль, если взять эти два диска и вот их сложить и склеить, чтобы трещины были в разных местах, хорошо это проклеить. Вот этот он грязный какой-то, вот нижний, его помыть еще вначале. И получится вот такой вот диск. То есть, ну, края подровнять чуть-чуть, пообламывать. То есть, центрировать их легко, отверстия есть. Аккуратно положить. Чик. И вот между двумя кругами, это у меня остались, выпиливал давным-давно, когда вытяжку вешал на кухне. Вот, все это дело. Потом, а можно даже сюда вставить болтик. И, то есть не пользоваться струбциной, а болтиком затянуть. Ну, по краям струбцинами. Так что вот, сейчас я буду клеить. Клеить буду вечером, там снимать неудобно. Ну, как говорится, чуть-чуть, все понятно. Помазали клеем, придавили. Вот, посмотрим, что получится. Ну и, наверное, испытание. Сейчас сразу скажу, тут кто-нибудь скажет, фу, фигня, разлетится, убьет. Да зачем надо, стоит копейки. Да, вещи, скажем так, недорогая, расходник. Но вот получится он толще обычно, то есть скорее такой, как зачистной, а не как это резной использовать. Вот, ну, допустим, зимой он мне понадобился, хорошо у меня был. А вот если бы не было, это надо ехать на другой конец города, там куда-то покупать, это вот. А так он пускай лежит, понадобился и воспользовался. То есть покупать заранее, а вдруг не понадобится. Вот в этой зимой понадобился, прошлый не нужен был. А вот следующий понадобится, а вот неизвестно. Ну, то есть вот такая вот. А так, как говорится, сделали из дерьма. И пускай лежит. Понадобится, рано или вот поздно понадобится. Ну вот что у нас получилось. Довольно, по-моему, плоский. Вопрос, будет ли держать. Так, что нам надо? Нам надо заменить. Диск один, диск. Нет, как его лучше, в какую сторону поставить. Так вот он вроде лучше стоит. Хотя, по-моему, безопаснее было тут поставить стороной. Сейчас еще раз крутится сюда. Ладно, пойдет так. Я думаю, что безопасно, поэтому будем надеяться на это. Так, сейчас пойдем на улицу, посмотрим, что-нибудь распилим.